Здравствуйте, виндсерферы. Ощутил недостаток информации по чехлам, решил снять собственный обзор на два чехла, которые вот понадобились, и купили их новыми. Значит, первый чехол у нас идет фирмы ProLimit. Размеры 250 на 80, серия Sport. Отличие от более бюджетного чехла в том, что здесь идет наполнитель 7 мм. По конструкции на корме есть для переноса лямочка. Здесь есть регулируемое на плечо. И на носу, в случае, если вдруг подвесить, тоже имеется. Наполнитель везде идет одной толщины. Это какая-то пленочка, видать, чтобы солнце лучше отбивать. Здесь обычный полиэстер плотный. Значит, внутри у нас идет серебрянка такая. Змеечка мягкая. Бегунки металлические. С какими-то фирменными резиночками, чтобы удобнее текать. Бывают чехлы, и я надеялся, что у ProLimit они тоже были такие серии, когда внутри идет юбка для защиты кормы. То есть, когда чехол у нас плотный, и змейка упирается в корму, то есть шанс, что она где-то там немножко будет дряпаться. А у ProLimit были такие юбочки с ткани на нижнюю часть сшиты, и упиралась корма, по сути, в такой же чехол, не соприкасаясь со змейкой вообще. В этой серии такого, к сожалению, не оказалось, и найти информацию об этом возможности никакой не было. Мы прошерстили интернет. Не было. А вот с этим чехлом сюрпризов никаких не было. Мы, в общем-то, рассчитывали, что этой опции может и не быть. А вот с чехлом родным Северне. У нас досочка Северне. И для нее взяли такой чехол. Он в размере был 245 на 70. Материальчик сверху. Ну, такой же полиэстер, только вот, как видите, с принтом. Симпатично. Спереди ручки нету. Сбоку ручка. Внутри там мягенькая, для переноски только рукой, на плечо такое не одеть. Отличная фурнитура YKK, пластиковая, то есть проблем с закисанием не будет вообще. В ProLimit, я думаю, что у нас проблем не было, но теоретически любые сплавы могут окисляться. Здесь пластик, это просто исключено. Ну и змейка здесь идет тракторно. И вот тут в чем сюрприз состоял, что на сайте производителя был чехол, возможно, это в другом размере, была та самая юбка, о которой я говорил, что мы искали специально чехлы с этой юбочкой, чтобы не тереть корму, потому что мы перевозим снаряжение в прицепе. И, ну, если вы на крыше, то вам без разницы, да? А в прицепе у нас может идти вот такие вибрации, потому что доски, в принципе, на весь прицеп у нас и стоят. Поэтому хотелось бы с этой юбочкой, но ее не оказалось. В общем-то, оба чехла, каких-то претензий не возникают, стандартные, в общем-то, исполнение и визуально, и решение, все, которые отличия есть, я обозначил. Все, спасибо за внимание.